Давно обещал рассказать про аккумуляторные ножницы для пластиковых труб. Выглядит брутально. Включаем. Это кнопка возврата лезвия. Даже если аппарат включен, вы не сможете себе что-нибудь отрезать из-за этой кнопки. По крайней мере, нужно будет постараться. Ножницы заработают только тогда, когда труба вложена. Или не труба. Как часто я ими пользуюсь? Примерно никогда. Да потому что проще и удобнее использовать классические труборезы. Они меньше, их не надо заряжать. И самое главное, они режут намного ровнее. Даже армированный полипропилен 40-го диаметра. Ну вот, например. Идеально ровно. Аккумуляторные ножницы есть смысл использовать лишь в двух случаях, как по мне. Когда вам срочно нужно порезать целую фуру полипропиленовых труб, ну или когда очень большие объемы по монтажу 40-го диаметра. Кстати, вот такой вариант автовозврата лезвия для меня самый идеальный. Очень удобно работать одной рукой.